Кто вы будете такой? Меня зовут Николай, фамилия Сизенко. Ну, это не главное. Главное, откуда вы и что бы хотели? Я ролики ваши смотрю очень давно на Ютубе. Так. Там про лагерь туда-сюда. И хотел вас уведомить, как бы, на Ютубе сейчас кто-то, какие-то там хулиганы открыли канал новый под названием, как у вас, деревня. Какой-то канал новый там сделали. И издеваются там, глумятся над вашими роликами. Берут с вашего канала ролики, вставляют туда. И всякую пакости пишут там. И там, ну, издеваются всякие поганые там видео делают. На компьютере монтируют. И называется канал этот «Шизяевка». Посмотрите, пожалуйста, и как-нибудь да там... Да зачем мне смотреть? Мне даже не надо знать про это. У них больше ничего нету, ничего нету. Они ходят, делают то, что кажется хорошим. Пускай делают. Чем больше их поношения будет, тем больше награда от Бога. Ну так они же ваши ролики вставляют, там ваш голос, лицо. Ну пускай составляют. Я занес только в черный список, у меня около 30 тысяч человек их таких. Значит, я чего-то значу? Зачем бы сатана такие силы отбрасывал на меня? У нас все записывается в интернете, выставляется. Вы не против? Нет, конечно. Я знаю, я смотрю давно ваши ролики. Ну, только они там делают. Мне зачем смотреть? То есть я выставляю все время новые материалы. У меня берут интервью. Что там в Москве, вот это смута. Ну и все прочее. На основании Слова Божия. Готовим к выпуску сейчас этот шеститомник. Проповедь во свете Святой Библии. Каждая книга будет 1300 страниц. Понятно. Так вот. Так что благодарю за заботу, за внимание. Так что еще у вас есть? Хотелось бы ваш комментарий услышать, точнее, мысли ваши по поводу войны на Украине. Как вы считаете? А у меня уже есть там. Вы только посмотрите там, зарядите так. Нет. Я видел и слышал. Это я все смотрел. Я хотел спросить. Вот, по вашему мнению, когда война закончится? В каком году? А вот они, мне это не нужно знать. Я ее не начинал и не оканчивал. Я знаю одно, что Господь посылает наказание за то, что они проклятые. 48:10 и Иеремия говорит. Дело Господне. Они разбратили православие все. Они окатоличенные там. И когда они на меня нападают, они не берут во внимание, что я говорю. А поэтому у них и жертвы такие идут. Надо делать как положено. Крещение буквально везде извратили. Это все оттуда идет. Архиереи, священники. Я сказал все. Ну, спасибо вам большое за ваше творчество. Хотелось бы вас поблагодарить. Очень с интересом смотрим ваши ролики постоянно. А вы знаете, что да, у нас моления идут. Сейчас только было через 2 часа. У меня по времени не получается на работе, я просто нахожусь, работаю вахтами на севере. На воскресенье? В воскресенье работаете? Да, постоянно, каждый день. Ну, я вам данные все скину сейчас, и вы там увидите на сайте, там все есть. Что надо, то и найдете. Я вам скину сейчас данные. В течение 5 минут будьте здесь, как окончим. Тогда все, отхожу, с Богом. До свидания. Всего хорошего. Здоровья вам. Храни вас Господь. Да, слава Богу.